Hola amigos, на связи Матвей. Вышел Grand Mobile, и это означает начало моей новой игровой истории. И поскольку игра новая, все начинаем с чистого листа. Сегодня в этом видео я покажу вам не только как начал играть в Grand Mobile, но а также что я успел словить на открытии проекта. Узнаем, сколько я заработал, что купил, какие бизнесы и недвижимость успел словить. И да, я знаю, с открытия прошло больше недели, но все еще не поздно начать, так что приглашаю именно тебя играть вместе со мной на первый сервер Grand Rush. При регистрации вводи ник Матвей Мотивкар, и если хочешь быстрый старт без этого нудного фарма на шахте, то вводи мой промокод Мотивкар. За его активацию ты на халяву получишь 200 тысяч рублей и целых 5 единиц опыта. Не знаю, как ты, лично я считаю, это лучший шанс начать свою новую историю на новом проекте, так что переходи по первой ссылке в описании, качай лаунчер Grand Rush и встретимся в игре. Надеюсь, ты меня понял, ну а теперь давай узнаем, как началась моя игра в Grand Rush и что я словил на открытии проекта. Будет мега интересно, поэтому никуда не переключайся. Ну и первым делом я, конечно же, регаюсь на проекте, причем обязательно через ВК, так как до этого в ВК-группе Grand Rush выиграл целых 35 тысяч виртов. Так как я ютубер, доступ к игре мне предоставили раньше, и на сервере сейчас всего 2 человека. Матвей, Мотивкар, да, это мой ник, и именно его вам стоит вводить вот здесь при регистрации на первом сервере. Ким мне нужен? Красивый, не бомжатский, блин, их здесь целая куча, ну ладно, возьму самый стандартный. Блин, да какое обучение игре, да когда я его пройду, уже все дома и симки будут заняты. Эх, блин, пропустить его никак нельзя, так что придется проходить. Ох, блин, наконец-то оно закончилось. Я думал, я его никогда не пройду. Так, ладно, все. А что на моем балансе 150 рублей? Вроде должно быть 35 косарей. Ладно, похоже, выйдут потом. Короче, слушайте мой план. Первым делом я ищу ближайшую работу, устраиваюсь, фармлю около 1500 рублей, бегу в ближайший магазин 24/7, покупаю телефон и словлю какую-нибудь симку с блатным номером. Знаю, что симки по типу 777 или 666, в общем, короче, любые блатные симки можно потом очень выгодно продать, так что я думаю, это лучшая инвестиция, по крайней мере, на открытии проекта. Так, ближайшая работа, завод Twix, находится в городе Батырево, совсем недалеко, так что все, короче, все, гоню туда, фармлю 1,5 косаря и бегу покупать телефон. Ничего себе, они тут так же, как в рекламе, сделали 2 цеха. Блин, интересно, а в каком здании больше платят? Ну, ладно, я, короче, зайду вправо и посмотрю, вообще, что здесь надо делать. Так, найс, я начал рабочий день, а куда теперь идти? Наверное, туда. Так, о, все, я вижу индикатор, все, хожу и выполняю задание. Ничего себе, здесь даже на бомжатских профессиях есть система рангов, вот это реально классно. Закидываем масло и сахар в миксер, ждем 10 секунд. Готово, намешали микстуру, получили один опыт и целых 40 рублей, несем сюда на конвейерную ленту и все заново. Опять мешаем, несем и получаем еще 40 рублей. Да. A few moments later. Хз, проработал здесь лет 300, что ж, давайте посмотрим, сколько я нафармил. 1250 рублей. Классно, конечно, пипец. Я не знаю, мне это хотя бы на телефон хватит. Мне кажется, не хватит. Мне кажется, нужно было денег заработать. Пофиг, берем скутеры, едем в ближайший магазин 24/7. И, надеюсь, все же смогу словить хоть какую-нибудь симку. Я на месте, быстро бежим, взлетим за прилавок. Давай, продавец, кидай мне мобильный телефон. Ой, блин, там один телефон стоит 1500, и еще плюс сим-карты 800, то у меня даже на телефон не хватает, черт. Вообще какой-то трэш, я не понимаю, смотрите уже сколько игроков тут налетело, а я до сих пор не заработал себе хотя бы на телефон. А еще эта гребаная профессия на фабрике Twix вообще невыгодная, я, блин, 40 рублей в час зарабатываю, я не знаю, мне, видимо, сегодня весь день придется копить лишь на один телефон. Короче, ладно, принял решение попробовать поработать на шахте, в любом случае, да, она находится дальше, чем завод Twix, но вроде как здесь должны платить намного больше. Что ж, по классике сам КРМП буду фармить на шахте, ребят. О май гад, 30 рублей? Нет, только не говорите, что я и здесь буду просто часами торчать ради обычной сим-карты. Видимо, я тут надолго, друзья, так что встретимся с вами через час, а может быть на следующий день, не знаю, посмотрим, насколько быстро я смогу нафармить хотя бы еще пару тысяч.
Признаюсь честно, мне надоело. Не знаю, сколько я заработал, здесь не показывается, так что давайте сейчас это вместе и узнаем. Так, и момент истины, сколько я же нафармил? 200 рублей? Вы издеваетесь? А, ладно, я пошутил, я уже заканчивал рабочий день, заработал где-то около 1000, но мне этого все равно не хватило на гребаный телефон с симкой, поэтому я подфармил еще 200 рублей. Ура, я невероятно рад, вот теперь у меня уж точно должно хватить и на телефон, и на симку, и надеюсь, что до сих пор остались хоть какие-то блатные номера, которые я смогу потенциально забрать. Влетаем с ноги, покупаем мобилу. Что? Как это недостаточно средств? Почему здесь все дороже? Мне же должно было хватать. Это пипец какой-то, я не понимаю, как... Кажется, симку никакую я уже не словлю, но я вам отвечаю, клянусь просто всем, чем у меня есть. Я заезжал в магазин в Батырево, и там телефон с симкой стоили, ну, на рублей 1000 дешевле точно. Что теперь делать, ехать искать тот магазин, где цены дешевле, или подзаработать чуть больше денег? Ну, ладно, наверное, поеду в шахту, подфармлю еще, наверное, рублей 500, и вернусь и постараюсь хоть какую-то симку уже словить на открытии. 2000 years later. Так, все-таки дофармил я еще один косарь, вот теперь вот сейчас, я надеюсь, хотя бы один блатной номер смогу словить. Ну, чисто прикола ради, 777, попробуем, нет, он занят. Блин, одни шестерки тоже заняты, все, короче, наблюдаем за тем, как я ищу хоть один свободный блатной номер. Да, что, неужели? Я смог словить один блатной номер, причем не такой уж и плохой, 10-10-10, блин, пипец, как мне повезло. Вот теперь вот, уже теперь могу официально заявить, что открытие Grand Mobile прошло успешно. В сумме я отыграл где-то около 2 часов, тем самым нафармив целых 2 экспишки, а поработал на всех начальных профессиях, включая кондитера Твикс и шахтера. Главное, словил блатную симку 10-10-10, и сейчас, к сожалению, на моем балансе всего 2 рубля. Ну вот у вас, в отличие от меня, есть гигантское преимущество в виде промокода Motivcar. Чтобы не было всего этого скучного фарма, можете просто активировать мой промокод и на халяву забрать 200 тысяч рублей и целых 5 единиц опыта. Так что, друзья, пользуйтесь и не повторяйте моих ошибок. На этом у меня все. Огромное спасибо за просмотр. Если этот ролик был вам интересен, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пиши в комментариях, а что ты успел словить на открытии Grand Mobile или вообще чего ты добился на данный момент в игре. Было бы интересно об этом узнать. А если ты все еще здесь, то пиши в комментариях слово симка, ведь все такие комменты я обязательно лайкну. Не забывайте чекать мои другие видео на канале, и по традиции, друзья, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.